Дровосточный начал свою работу через год после начала строительства. Трехстороннее соглашение о создании этого логистического узла было подписано год назад на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Общий объем инвестиций в проект – 15 миллиардов рублей. Длина погрузочной площадки примерно 1,5 километра, ширина 60 метров. Видно, что первые грузы уже прибыли, но в скором времени здесь практически все будет заставлено контейнерами. Такого свободного пространства, как сейчас, уже не будет. Терминал позволит разгрузить московский вокзал, и теперь будет совсем не обязательно везти грузы в центр Москвы. Раньше это приводило к пробкам на дорогах, товары вывозили на машинах. Теперь из цепочки доставки грузов вообще исчезнет звено «Временные склады». Именно туда грузы вывозили с вокзалов. Кроме этого, грузовые составы создавали неудобства для пассажирских поездов. На Восточном это исключено. Данный парк является несомненным преимуществом на нашем терминале, поскольку позволяет маневрировать без занятия главных путей. Он находится вне зоны тактового пригородно-пассажирского движения, то есть не мешает электричкам. Сегодня завершился первый этап работ. Впереди большая часть. Здесь появится еще одна погрузочная площадка, складские помещения общей площадью в 300 тысяч квадратных метров. Здесь же будут принимать и автомобильные грузы. Здесь предполагается дальнейшее развитие проекта и склады, и разнотемпературные склады. Мы выделяем средства на подъездные дороги, и здесь буквально в нескольких метрах будет индустриальный парк. А к завершению проекта, к 2023 году, для местных жителей здесь появится около 1000 рабочих мест. Мы сложили усилия с Московской областью и с инвесторами. Мы выделили нашу территорию, улучшили технологию, и мы будем расширять наши транзитные мощности, которые потом придут сюда в переработку. Соответственно, там уже объемы инвестиций гораздо больше. В ближайшее время также откроется пункт ветеринарного контроля, и в Восточный начнут поступать продукты со всех концов страны.